Фонд капитального ремонта подводит итоги работы в Нижегородской области. За 2017 год сданы 420 домов в регионе. Но не всегда качество выполненного ремонта соответствовало нормативам. Об этом на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в Нижегородской думе заявил Владимир Челомин. По его словам, фонд не может уследить за ремонтом по всей области. Учитывая, что сегодня в работе в целом по фонду с учетом области порядка более 1500 многоквартирных домов. География, вы сами понимаете, Нижегородская область, это 700 километров, 670 по диагонали. Конечно, быть и видеть, что творится на каждом доме, мы физически не можем, это однозначно. И мы говорим и четко трактуем о том, что помощниками должны быть управляющие компании и местная власть. По словам гендиректора фонда, проекты таких соглашений были отправлены в ДУКи Нижнего Новгорода и администрацию города, но ответов получено не было. И поэтому фонд обращается к депутатам Гордумы, чтобы они вынесли на заседание вопрос о создании такого тройственного союза между фондом, ДУКами и местными властями. Мы бы хотели, чтобы руководитель фонда и руководитель департаментов, заинтересован в этом городской администрации, услышали мнение замглав администрации, представитель домоуправляющей компании, какие проблемы на сегодня возникают. Владимир Аношкин добавил, что этот вопрос будет обсуждаться между администрациями города и области и руководством фонда капремонта в четверг, 7 декабря. Артем Катков, Алексей Калякин, объективно, ННТВ.